Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня я буду распаковывать вот эти замечательные 9 пакетиков. 4 пакетиков Marvel, я таких еще не распаковывал, и 5 пакетиков Emoji. Давайте начнем, наверное, сначала с Emoji. Перед вами моя подставочка Star Wars, она уже ожидает новую коллекцию стикеров, которую я уже надеюсь получить через 9 дней. Вчера было 10, сегодня уже 9. И также хочу вам показать, кто у меня есть. Итак, Red Kitty открывает первый пакетик, тоже мне попадется там, давайте посмотрим. Она не справляется, сейчас я помогу отрезать до конца пакетик, и мы узнаем, повторка или нет. Вау, это мой котик! Классно! Это влюбленный котик, мы очень ждали его с Red Kitty, теперь моему логотипу канала будет не скучно. Рисует красным, неожиданно, я думал желтым или оранжевым будет писать ручка, а она рисует красным. Конечно же, ставим на самое центральное место, и теперь у меня уже 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук. Ребята, у меня теперь 10 штук неповторок. Отлично. У меня есть, кстати, пицца, лягух, жабик, мисс Майлер или же Смайла, сердце, сердечко, класс, крутяк, джин, генник, мороженка, батан, зануда и хот-дог. Я перечислил вам, как... опять повторочка. Как в Республике Беларусь их называют, так и в Украине. Потому что меня смотрят зрители с этих стран, и, соответственно, чтобы они понимали, о ком речь. У меня две повторки хот-дога, но ничего, один из них я поменяю на хрумтик. Лепешка-рыбешку. Давайте, ладно, откроем еще один пакетик, посмотрим. Надеюсь, там повторки не будет. Уже два мы открыли, и пока одна только повторка. Надеюсь, что из пяти так и останется одна повторка. Так, смотрим, смотрим, кто же там нам выпадет сейчас. Так... Ух ты, такого тоже у нас нет. А кто это у нас? Это у нас печенька. Как она рисует, интересно. Коржик печенька, смотрите, коричневым цветом рисует. И у нас пополнение коллекции. Чудесно. Смотрите, какая замечательная. Прямо хочется ее скушать. Такая с шоколадом, видите, внутри. Коричневенькая с шоколадом внутри. Наверное, очень вкусная печенька. Жалко, что нельзя попробовать. Так, ну что, давайте открываем следующий пакетик. Мне уже нравится, уже две неповторки. Супер. Ну, давай третью неповторку, давай третью. Воу, тоже неповторка. Это месяц. Какой он замечательный. Давайте узнаем, как он рисует еще. Он рисует голубым, очень красиво. Кстати, очень красиво пишут ручки, отлично пишут. И у нас прям целая коллекция ручек теперь будет. Ну, такой вот немножко у него подставочка маленькая. Кстати, вы заметили, что у каждой фигурки подставочка в виде самой фигурки. То есть у месяца она вот такая полукругом, и из-за этого Red Kitty никак не может ее поставить на подставочку. Такой немножко грустный месяц. В белорусском варианте его зовут Луна, но я говорил, Луна круглая, это неправильное название. Все-таки месяц это более правильное название, как в украинском варианте. Ну и сейчас мы открываем последний пакетик. Тоже нам выпадет. Ну, мне главное не повторка. Пожалуйста, сделай не повторку. Так, это, по-моему, нету. Да! И этого у нас нету эмоджики. Это пончик. Смотрите, какой он милый. Неожиданно, но пончик рисует розовым. Почему розовым? Смотрите, какой у него рот большой. Ну, кстати, у него дырки нету. Я думаю, у него дырка будет в середине. А тут ее нету. Ну, ладно, пускай так. Прикольно. Из 5 пакетиков 4 неповторки, и это замечательно. У нас теперь супер коллекция. А теперь давайте откроем новые пакетики. Они называются Marvel Mania. Вот, я еще такие не открывал. Это Varus. Акция проводится, и она проводится до конца ноября. Вот, уже скоро закончится. Так, первая фигурка, пока непонятно, кто это. Что такое зелененькое? Ага. Ну, судя по костюмчику, кстати, Marvel написано, это, наверное, Гидра будет. А что с ними делать, я пока не очень понял. Сейчас рассматриваю, что какой-то непонятный чудик. Его как кубик, думал, может кидать, но нет. На нем цифрок нету, ничего не крутится, не крепляется. Непонятная фигурка. Ну, пускай будет Marvel, мы любим. У нас есть коллекция стикеров Marvel. Теперь у нас будут еще вот такие вот странные фигурки. Открываем следующий пакетик, кто же там? Ух ты, ну этого персонажа даже у меня Red Kitty сразу узнала, это красный череп. Тут, конечно, без вариантов. Такой вот, тоже квадратненький, они все одинаковые, я смотрю. Они блоки называются как-то, вот сама коллекция. Я так подозреваю, что, знаете, вот единственное,
что с ними можно делать, это мне, кстати, Red Kitty подсказал, это можно их ставить друг на друга. И тогда получается высокая башня. Но у нас, к сожалению, только 4 пакетика, то есть башенка будет небольшая. Но давайте будем надеяться, что повторок у нас не будет. Так, видно, плохо отрезал. Сейчас у Red Kitty ничего не получается вытащить. Сейчас мы сделаем дырочку побольше и посмотрим, кто нам попадется. Ой, это повторка. Это опять красный череп, этот антигерой. Нам плохие герои не нравятся, мы хотим какие-то хорошие. Дай нам какого-то, не знаю, Человека-паука, Супермена, Капитан Америка хотя бы. Ну что-нибудь, или Халка. Так, давайте, хочу Халка. Зелененького, ну. Так, я загадываю Халка. Сейчас, так, берем пакетик. Кстати, очень прикольно еще в том, что вообще непонятно, кто вам попадется, потому что они все одинаковые, если вот даже эмоджики можно прощупать, хотя этого не дают на кассе сделать, то здесь вообще без вариантов. Они все идентичные, только по свету отличаются. Кстати, вы заметили, вот черненький низ у нас красного черепа. Так, что-то не открывается, наверное, какая-то очень классная фигурка, не хочет вылазить никак. Ну, сейчас мы ей поможем. Так, кто же это? О, какая-то девочка. Девочка. Эта девочка похожа на осу. Это, наверное, весп, оса. Вот, ну что ж, хотя бы не повторка. То есть у нас есть теперь 3 неповторки еще Марвелов. Одна повторочка, красный череп. И 2 повторки эмоджики. Ну, с эмоджиками без проблем, я думаю, их обменяю. А вот насчет Марвелов я даже не знаю, меняются или нет. Попробую, кстати, красный череп поменять на эмоджика. Или еще кого-нибудь. Ну, давайте я покажу всю коллекцию, которая на сегодня у нас есть в Red Kitty. Вот так вот она выглядит. Видите, все больше и больше фигурок. И я надеюсь, что в следующей трансляции, в следующей распаковке у меня будет еще больше фигурок, так как я планирую 2 поменять. Ну, соответственно, у нас еще прибавится на 2 фигурки. Пишите в комментариях, сколько вы собрали эмоджиков, есть ли у вас Marvel. Потому что я в первый раз зашел в этот магазин в ноябре, в Арусе вообще не бываю. И вот встретил такую коллекцию интересную. Сейчас мы, кстати, посмотрим, что это за коллекция. Вот так вот они выглядят, смотрите. Какая девочка прикольная. Они мне Лего чем-то, да, напоминают. Такие квадратные, прикольные. Ну, в целом, довольно-таки оригинальные. Так, смотрим, как они снизу выглядят. Вот так вот, видите, Marvel написано. Все у них тут, все права соблюдены. А на заднем плане, если вы внимательно посмотрите, вы увидите, кстати, Бонстики 3, которые как раз сейчас у меня сражаются в чемпионате Бонстикезов. Так что не пропустите следующий выпуск. Итак, давайте считать. 5. Сколько у меня фигурок? Не одинаковых. Еще 4. 9. 10, 11, 12, 13. 13 фигурок у нас в Red Kitty. И это замечательно. У нас уже больше, чем половина коллекции готова. Ну, вот такую брошюрку я захватил в Варусе, Marvel Mania, да, за каждые 200 гривен они дают фигурку, ну, это чуть меньше, получается, $10. Тут всякие акционные товары, за которые вы можете получить фигурку, и также есть какое-то приложение, если вы его загрузите, вам надо ходить и искать в магазине какие-то вот такие вот молнии. Потом их надо сканировать и как-то играть в эту игру. Я не знаю, я в Варусе как бы не бываю, поэтому не тестировал, что это за игра. Но если у меня будет возможность, возможно, схожу, потестирую, потом вам покажу, что из этого получится. Ну и можно всякие интересные призы выиграть. Ну, а это, собственно, еще есть такая коробочка, ее можно купить за 100 гривен и туда складывать эти фигурки. Я ее решил не покупать, так как мне коллекция в целом не нравится, и я ее не буду собирать. Также есть игра какая-то. Ну, а вот все фигурки, которые есть в этой коллекции, и сейчас я расставлю те, которые попались нам. Ну и пока я расставляю, расскажу в целом, какие есть фигурки. Итак, это Капитан Америка, Железный Человек, Тор, Халк, Капитан Марвел, Оса, Альтрон, Локи, Вижн, Соколиный Глаз, Черная Вдова, Ник Фьюри, Человек-паук, Черная Пантера, Человек-муравей, Ястреб, ну или Сокол, Фалькон, Девушка-Халк, Пересмешник или Пересмешница, Гидра, Красный Череп, Ракета-Енот, Грот, Гамора и Звездный Рыцарь. Вот такие вот есть в коллекции фигурки, вы можете их собрать все, ну, правда, акция уже заканчивается до конца ноября. Ну что ж, на этом у меня все. Ставьте лайк, кому понравилось это видео. И до новой встречи на канале Red Cat. Всем пока!